Всем привет! Купили вот такие вот конфеты. Вот здесь много микс. В Нальчике их делают где-то. Нальчиковские. Не помню, что за республика. Ингушетия, не помню. Я знаю по городам Нальчик, всякие Беслан, вот эти. А название республик не помню. В общем, вот они такого разного цвета. Давайте сейчас какую-нибудь попробуем. Вот эту, которая упала. Рыжую. Написано метеоритный дождь. Конфеты метеоритный дождь. Ну, давайте попробуем. Ну, она такая кругленькая. Ну, похожа на козью неожиданность. Ну, не на козью, а вообще. Ну, по запаху пахнет орешками. Как будто орехи. Ну, давайте попробую сейчас. Там внутри много орехов. Ну, что клёвая конфета. Стоят они 450 рублей за килограмм. Ну, я считаю, нормально. Но не такая сладкая. Но мне вот такая понравилась. Вот сейчас еще какую-нибудь попробуем. Я вот эту сегодня хотел. Мне кажется, вот они самые вкусные. Нальчик сладости. Называется сладкая картошка. Ну, я думал, что это какая-нибудь либо Милка, либо Аленка. Но это не Милка и не Аленка. Я думал, здесь тоже какое-нибудь женское имя. Вот, но... Вот это другая. Давайте сейчас ее попробуем. Вот тебе Нальчик сладость. Вот, а выглядит она, смотрите, вот так, вот так вот. Ну, как и другая, похожа. Но она потяжелее, она тяжелая. Давайте попробуем. Не, очень вкусные конфеты. Они не такие сладкие. И вкусные внутри. Ну, по баллам я поставил за это, за них 9 баллов из 10. Не знаю, почему, может, мне просто давно конфет не ела, я не знаю. Может, потому что на улице ем. Ну, короче, за небо за них поставил 9 баллов, не знаю. Ну, короче, это девяточка. Покупать такие рекомендую, они вкусные. Вот, поэтому подпишитесь. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.